Всем привет! Меня зовут Ксюша. Я расскажу вам про большого далматинца из мультфильма «101 далматинец». Купи ребенку ТВ. Посмотрите, какая красивая мягкая игрушка. Далматинец мягкий. У него маленькие лапы и такая большая симпатичная голова. Ушки у далматинца разных цветов. Одно белое и одно черное. Глазки у него вышиты. У него выразительный черный носик и маленький язычок. Также на шее у него такой чудесный красный ошейник с изображением собачьего следа. Лапы очень мягкие и приятные на ощупь. Также у далматинца имеется маленький хвостик. Игрушка станет отличным подарком и приятным маленьким другом для вашего ребенка. Высота игрушки 61 сантиметр. Пока, друзья, смотрите куперебенку.тв. Купи ребенку ТВ.